Давайте узнаем, чем порадует нас сегодняшний день. Овен, чтобы успех сопутствовал вам, постоянно спрашивайте себя о том, с какой целью вы совершаете тот или иной поступок. Телец, не стоит расстраиваться, что очередной гармоничный период в личной жизни подходит к концу. С вами остаются опыт и воспоминания. Близнецы, вечер будет благоприятным для общения с противоположным полом. Рак, если внутренний голос и интуиция предупреждают вас о негативных последствиях общения с некоторыми людьми, то не стоит вступать с ними в контакт. Лев, не стремитесь слишком активно вперед, это принесет только вред. Дева, у женщин, рожденных под этим знаком, возможны проблемы со старшими членами семьи. Весы, настало время изменить свой привычный образ жизни, уйти от старых привычек и стереотипов. Скорпион, день может быть ознаменован ростом благосостояния. Стрелец, мужчины могут навредить своей репутации отношениям с начальством, если будут склонны выказывать свое недовольство. Козерог. Очень хорошее время для совершения покупок. Благоприятный день для примирения с родственниками. Водолей. Время решения ряда проблем, которые очень долго стояли на повестке дня. Рыбы. Попробуйте увидеть в людях самые лучшие стороны. На сегодня это все. Помните, удача на вашей стороне.